Андрей Усачев, умная собачка Соня. А что было потом? Читать книги Соне очень нравилось. Но очень не нравилось ей, что все книги кончаются одинаково. Конец. А что было потом? Спрашивала Соня. Когда волку распороли брюхо и красная шапочка с бабушкой выбрались оттуда живые и невредимые. Потом, задумывался хозяин, наверное, бабушка шила ей волчью шубу. А потом морщил Иван Иваныч лоб. Потом на красной шапочке женился принц. И они жили долго и счастливо. А потом, не знаю, «Остань!» – сердился Иван Иванович. Ничего потом не было. Соня обиженно уходила в свой угол и думала. «Как же так?» – думала она. «Не может быть, чтобы потом ничего-ничего не было! Что-нибудь ведь потом было!» Однажды рось у Ивана Ивановича в письменном столе – это самое интересное место на свете. За исключением холодильника. Соня нашла большую красную папку, на которой было написано «Глупая собачка Соня» или «Правила хорошего тона для маленьких собачек». «Неужели это про меня?» – удивилась она. «Только почему же глупая?» – обиделась Соня. Она зачеркнула слово «глупая», написала «умная» и села читать рассказы. Последний рассказ почему-то оказался недописан. «А что было потом?» – спросила Соня, когда Иван Иванович вернулся домой. «Потом?» – задумался тот. Потом собачка Соня заняла первое место на конкурсе «Мисс Дворняшка» и получила золотую шоколадную медаль. «Это хорошо!» – обрадовалась Соня. «А потом у нее появились щенки. Два черных, два белых и один рыжий». «Ой, как интересно! Ну а потом?» А потом хозяин так разозлился, что она без разрешения лазит в его стол и пристает к нему с глупыми вопросами. «Что взял большую?» «Нет!» – закричала умная собачка Соня. «Не было такого потом! Все, конец!» «Ну вот, и отлично!» — сказал довольный Иван Иванович и, придвинувшись к письменному столу, закончил последний рассказ так. Конец! «А что было потом?» — спросила умная собачка Соня из-под дивана.